деяка молодь сприймає це дійсно несерйозно, а насправді це до цього треба відноситись більш просто, ну, простіше. Сегодняшний день основной путь передачи вируса иммунодефицита является половой. Он преобладает больше 53% случаев. И эта тенденция начинает усиливаться и усиливаться. Рано или поздно мы придем к картине того, что преобладать путь передачи вируса иммунодефицита это будет половой путь. Таким образом, мы находимся в ситуации абсолютно невооруженной. Молодые люди не имеют сформированной культуры применения безопасных половых контактов. По сути, она никогда не формировалась, эта культура. Единственным мировым трендом и возможностью защитить молодежь от того, чтобы они были инфицированы, это безопасные половые отношения. И чем больше мы расскажем молодежи о том, о каких-то здоровых отношениях, о том, как строить свои половые отношения, как говорить со своим партнером, что надо применять для того, чтобы защититься, тем выше вероятность, что мы защитим от смертельного заболевания. Я думаю, что говорить сегодня о том, как строить свои отношения с своими людьми, которые рядом, очень важно и актуально. Украина первая в Восточной Европе по развитию эпидемии СПИДа. За один год официально у нас становится на учет более 22 тысяч людей, которые пришли в больницу, сдали тест, им поставили диагноз СПИД. По расчетным данным, цифра людей с этим заболеванием в Украине превышает 350 тысяч. Но еще очень важно понимать, что ведь СПИД – это одна эпидемия, но существует другая эпидемия в Украине – гепатит. Так вот, 3,5 миллиона украинцев живет с этим заболеванием. Включить себе спецзасобов на Безбалантин. Ой, что друзьям поздоровать. Почалось его успехами, чтоб до вечера выстачило. Я люблю шарики, честно. Извини, почекайте. Что произошло? Дай дыхание кнопку. Раз, два, три. Все. Бегом. Тут уже останній пункт буде через один. Все, бегом. Туди. Служили тут. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Да? Обязательно. Давай паку в футболке. Ну, и сосиску. Капитан! Красота! Уема! Любовь на работе! С нами приколотила! Я написала «Люба» і «Тьом» туди. В такій акції я брала участь вперше. Для мене це було дуже великим відкриттям, дуже великим новим досвідом. Тому що в Україні є така проблема, що проблема там, сексу все ще артикулюється дуже погано в Україні. Не знаю, в силу того, що в нас багато ще закомплексованих людей, чи там старші люди менше про це говорять. Але я думаю, що треба, щоб кожен з нас добре розумів, що користуватися презервативами потрібно, користуватися контрацепцією потрібно, тому що Україна, ми знаємо, не на дуже високих позиціях в рейтингу на захворювання ВІЛ-СНІДом, тому для України це дуже важлива проблема. Я пораджу всім своїм друзям, всім своїм знайомим та взагалі всім молодим українцям, ну і не молодим, які все ще можуть займатися і хочуть займатися сексом, користуватися контрацептивами, носити з собою на всякий випадок їх в гаманцях, в сумках, тому що іноді ти не знаєш, коли цей презерватив може дійсно тобі врятувати життя. З днем презерватива усіх!